Гибикус, хоста, лилии, папоротники и розы украшают уютный двор Тамары Лисаченко. Особенно поражает разновидность роз. Здесь их более 60 видов. Тамара Ивановна признается, любовь к цветам воспитала мама. Когда я была маленькая, у меня мама тоже занималась разведением роз. И вот утром встаю, она нарежет целую охапку и ставит возле моей кровати. И я просыпаюсь и вижу вот такой огромный букет цветов. И вот мне почему-то вот так это запало еще с самого детства. И вот больше всего я эти розы обожаю. Утро начинается с ухода за цветами. Обрезка, полив. На это уходит много времени, ведь анапчанка благоустроила не только дворовую, но и придворовую территорию. Маленький дворик превращен в настоящий цветущий розарий, в котором находится замок, сделанный руками Тамары Ивановны. Дети и муж разделяют увлечение мамы. То опору для цветов сделают, то полить помогут. Каждый год она участвует в конкурсе на самую уютный дворик, всегда получает призовые места. Очень много отдыхающих спрашивают название, фотографируются. Вообще хочу, чтобы она вся была красивая, вся в цветах. Конкурс раньше был малоизвестен. Сейчас же анапчане стараются придумать что-то интересное и с радостью принять в нем участие. Начинали мы более 10 лет тому назад, когда еще мало кто занимался высадкой цветов и кустарников возле своих дворов. А сейчас у нас очень много представителей и жителей, которые занимаются этим. И такие вот красивые у них палисадники.